Алло. А, да. Да, здравствуйте, такая беда приключилась. Ехал, никого не трогал, стопнули меня гаишники. И говорят... Вы хоть туда звоните? Да, туда звоню, куда нужно. Да, так я же говорю, стопнули ваши гаишники, которые у вас работают в ГИБДД. И говорят там, что я превысил скорость. Я говорю, ничего не превышал, они ничего не знаем, давай штраф плати. Я говорю, я нищий пенсионер, у меня ничего нету, только свиньи в багажнике, везу свиней. Они, в общем, взяли этих свиней, отвели в лесополосу и там изнасиловали. Послушай, мужик, ты туда звонишь что, со свиньями? Что ты мне насчет свиней? ГИБДД звоню, ГИБДД, ваши ППСники... Гайцы стукнули меня? Гайцы, гаишники. И, короче... Где они стукнули тебя? Так, я сейчас тебе скажу, улица... Вот позвони в ГИБДД. Так я... Петропавловское шоссе, мечеть, знаешь где? Ты на мой телефон звонишь, я тебе говорю, на личный мой телефон. Что еще раз? На мой личный телефон звонишь. Да иди нахуй знать, слышь. Я тебя выебу сейчас, блядь. Ты где в смысле выебешь? Ты что? Подожди, ты гей, что ли? Ты где находишься, скажи мне? Ты гомик, что ли? Я тебе за эти слова тебя спрошу. За какие слова? То, что ты сейчас сказал. Ты где находишься? А что я такого сказал? Я сейчас у твоей мамаши шлюхи часик заказал, можешь подъехать, я час с ней побуду и вот. Хорошо, ты где находишься, скажи мне? Я сказал, у твоей мамаши шлюхи часик вот нахожусь. Ты где находишься, скажи мне, а? Ну я заказал у твоей мамаши. Ты что, не знаешь, где твоя мамка находится? Бля, это звонил ГИБДД, нашел какого-то зашквара ебаного. А? Так а зачем ты хочешь со мной встретиться? С какой целью? Я цель тебе потом установлю. Ты скажи, где ты находишься. Ну, на улице Русской освободительной армии нахожусь. Вот туда я подъеду, я сейчас подъеду. Так, а слышь, а скажи, а ты свиней ебешь? Блядь, зашквар ебаный. Зеленая часть ГАИ подлая. Здравствуйте, такая ситуация приключилась. Стопнули меня гаишники. Говорят, скорость превысил, плати штраф. Я говорю, что это, у меня денег нет, а я вез свиней. В общем, они отвели свиней в лесополосу, через полчаса вернулись. И на задницах свиней были явные пятна, следы спермы. То есть они моих свиней изнасиловали. То как-то давайте разбираться. Алло. Алло, да, давайте алло. Разбираться. Куда звоните? В ГИБДД звоню. Какой ГИБДД вам нужен? Ну, это по Чеченской Республике. Ага, а вы где находитесь? Я сейчас, смотрите, вот это вот Машинная улица, знаете, где кладбище? А чего вас вот там они вот насиловали? Свиней изнасиловали. Отвели. Ваши сотрудники, ГИБДД, ваши да? сотрудники. Да, да, понятно. Мы сейчас их накажем. Они уже их привели сюда. Мы сейчас им сделаем. То есть вы насилуете свиней, вы это полностью осознаете, да? Мы сейчас разберемся.